Поговоришь немножко? Будешь говорить? Я? Ой-ой-ой. Это кто? Ты с ним знаком? Ты знаешь этого мальчика? Знаешь, да? Ты знаешь? Ей-ей-ей. Я? Скажи привет. Скажи привет. Ну скажи. Ну скажи, как ты улыбаешься? Привет, все мои хорошие. Как уже все поняли, мы дома в Измире. Синуля прохлаждается. Доча спит. Принцесса спит. А мы только недавно проснулись. Да. Времени, честно сказать, не бывает пока на съемке. Не то, что времени, желания пока нет. Адаптация у меня идет. Свободную минуту пытаешься поспать или разобраться, что в доме, как. Потому что... Потому что в доме все по-другому, кроме нашей спальни. Приходится заново учиться. Смотреть, что, где и как. Приходят родственники. Потому как-то желания за телефон хвататься пока нет. Не мне. Что такое? Так что, ой. В личку столько там сообщений у меня пришло в директ. Я, честно, я не успеваю отвечать. Я каждое сообщение отсюда прочла, но ответить всем я, естественно, не могу. Извините меня, мои хорошие. Все у нас замурчательно. Да, мам? Замурчательно у тебя все? Замурчательно, да? Сынуля мой просто в шоке от такого количества народу. Все его на руках таскают. Он у меня в прямом смысле слова ходит по рукам. А принцессу пока особо боятся на руки брать, потому что она голову до конца не держит. Они ее берут, но с таким страхом, а его уже смело берут на руки. И такие вот у нас дела. Весь вечер бабушка, дедушка, потом тетя. Ну, вся семья была здесь весь вечер. Они приготовили кушать. Мы все поели. И вот недавно, наверное, пару часов назад они ушли. Ну, давай расскажи, как у тебя дела здесь в Турции? Как тебе нравится дома? Ну, расскажи давай. Да, ему нравится. Видите, как ему нравится? Перелет прошел у нас относительно неплохо. Я, честно сказать, думала, что мои дети будут более капризными в дороге. Но прошло неплохо. Оля, ты с маминой ручкой хочешь играть, да? Ой, рука болит уже держать. За эти три дня, которые... Вот я уже в Турции, один раз только получилось выйти. И то по делам, потому что нужно было купить им смесь, там подгузники у дочери мало осталось. Смесь мы так и не купили. Завтра, скорее всего, выйдем, еще поищем. Такой серьезный парень у меня, пусть. Да я почитаю хоть, что пишут. Что пишут люди, почитаю, мама, хорошо? Ой, вот так вот чуть-чуть повернусь. Так-с.
Столько всего пишут. Всем привет, мои хорошие, кто здоровается. Я персонально с каждым не могу поздороваться. Понял, да. Ты здесь, не переживай. Ты здесь. Ой, да. Тут, по-моему, принцесса тоже просыпается. Сейчас я мама чуть-чуть покачаю люльку. Ой, да. Да, вот эти мамины волосики. Ему нравится, когда вот я волосами вот так по его лицу прохожу. И дочке тоже нравится. Так, погода в Измире неплохая была. Сегодня целый день солнце было. Завтра тоже должно быть солнышко. Если завтра будет хорошая солнечная погода, мы обязательно выйдем. Вот. А мой сыночек увидел вас и говорит: мама, смотри, там Ляля. Так, с возвращением домой вас, спасибо. Да, мы прилетели с Зулей. Зуля там у себя в комнате отдыхает. Почему детки не спят по ночам? Я не знаю, почему вообще детки не спят по ночам. Это вопрос не ко мне. Так. Как нас встретили? Нормально встретили. Как обычно встречают всех прилетающих. Дома меню. Что ты там? Ты не устал разминку делать? Зуля нет, не улетела. Так. С приездом, дорогая, не прошло и года. Точно, 7 месяцев ровно меня не было. Захожу сегодня в бокал. Тут напротив дома магазинчик. А, что такое? И этот хозяин увидел меня, говорит: о, 6 месяцев, говорит, прошло. Я говорю: 7. Так. Ты понял? Ну, что, тебе уже надоело, да? Надоело. Ему уже надоело. Он уже ходит на ручки. Всё, закрываюсь, нет возможности читать все. Да, мамина? А что случилось? А что случилось? Ты же у меня любишь быть в кадре. Что такое? Что? Совсем плохи дела, да? Совсем, говорит, плохи дела. Да. А что такое? Что? А, Фатимочка, родная, передай, пожалуйста, привет моему сыночку Ахмаду. Он так внимательно на вас смотрит. Ахмадик, привет! Привет! От меня и от Асланчика. А, как вы одна справились? На руках держали? Так я была не одна, я летела с Зулей. Да, детки были на руках. Те так пристегивают к родителям. Так что было все несложно. Нет, было все сложно. Но не так сложно, как я себе представляла. Ой, мамин птенчик. Почему мужа не показывать? А он что, обезьянка в цирке, чтобы я его показывала? А, цветы? Какие цветы? А, мои комнатные? Да, да, живые. А, некоторые, правда, один цветок заболел, там какие-то начали сохнуть. Два цветка я нашла в подъезде, им, видите ли, места уже нет в квартире. Все вернула на место. Цветы пока живые. Но окончательно умершего ни одного цветка не нашла. Так. Сыночка, да. Это папуля. У него только разрез глаз мой. А родственники? Да, родственники, конечно, жители приходят. Приходят каждый день посмотреть, пофотографироваться. На руки взять. Я в первую очередь, как проход, отправляю руки мыть. Для них это так удивительно. Так.
Детский перелет перенесли неплохо, относительно неплохо. Я вот сколько летала, всегда в самолете бывали маленькие дети. Что такое? Всегда в самолете бывали маленькие дети, и они капризничали, плакали. Но у моих такого прям не было. Так, с цветом волос вроде ничего, нормально. Так, ну все, закройся, а то он сейчас вообще плакать начнет, маме снули. Ой, все. Всем спасибо за уделенное время. Пока-пока, будет время, еще выйдем в эфир.